Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях начальник отделения уголовного розыска, майор полиции Герасименко Екатерина Евгеньевна. Здравствуйте, Екатерина Евгеньевна. Добрый день. И координатор добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Молодовский. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Очень рада вас видеть в нашей студии. 25 мая прошел Международный день пропавших детей. Какие мероприятия были проведены в этот день? К сожалению, такого масштаба, как в предыдущие годы, мы не смогли осуществить, но, тем не менее, мы это событие не могли не отметить. В Лазутинском парке мы установили выставку, где разместили фотографии с поисковыми моментами, и большой баннер разместили, где есть ориентировки на уже найденных детей и еще не разысканных. Я предлагаю посмотреть сюжет. Наша съемочная группа побывала на этом мероприятии. Давайте посмотрим, как в этом году в условиях пандемии коронавируса прошел Международный день пропавших детей. 41 год назад по дороге из школы пропал 6-летний американский мальчик Итан Патц, которого так и не смогли найти. Спустя 4 года после пропажи ребенка президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. С тех пор он отмечается ежегодно во всем мире в память обо всех детях, которые так и не вернулись домой. Акцию, посвященную этой дате, на территории Одинцовского городского округа мы проводим ежегодно. К сожалению, в нынешних условиях мы это сделать не можем. Поэтому мы организовали выставку, где представлены моменты поисковой работы и большой баннер с пропавшими детьми. На некоторых из этих баннеров братья Максим, Володя и Никита. Их родители – волонтеры отряда «Лиза Алерт». Все вместе они ежегодно участвуют в акции и создают социальную рекламу, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме пропажи детей. Мы приняли участие в этом проекте, поскольку на поисках нету наших дорогих операторов, и они не могут фоткать, потому что в лесу очень тяжелые условия, буреломы, болото. Ежегодно в России объявляют в розыск от 7 до 10 тысяч детей, более 2 тысяч из них малолетние. При этом только около 10% исчезновений связаны с преступлениями или несчастными случаями. Чаще всего они сами сбегают из дома или детских учреждений. Для добровольцев организации «Лиза Алерт» 25 мая – день надежды, а не печали. Надежды на скорую встречу. Они верят и продолжают искать. На этой стене сотни фотографий детей, к сожалению, пока не найденных. Наши коллеги предоставили фотографии со спасательной операции поискового отряда «Лиза Алерт». Задача Одинцовского округа – показать людям о проблеме, которая существует в нашей стране. Я, как мама двоих детей, также неравнодушна к этой проблеме. В своих личных социальных сетях я публикую и делаю репосты волонтерского движения «Лиза Алерт». Что делать, если ваш ребенок пропал? В первую очередь волонтеры рекомендуют не поддаваться панике, не терять время, а действовать. Составить подробное описание одежды, обуви и личных вещей на момент исчезновения. Добавить особые приметы и характерные манеры. Найти последнюю фотографию и незамедлительно подать заявление в ближайшее отделение полиции. И главное – верить, что сын или дочка вернутся. Олег, если говорить в целом по России, как отпраздновали этот день? Планов было много. Долго готовились, но из-за того, что ввели определенные ограничения, провести большие мероприятия, у нас не получилось. Мы сделали большую программу, назвали его «Стена». Это в разных городах России, в крупных городах России, где есть отряд «Лиза Алерт». Мы заклеили ориентировками достаточно большой объем площади стен в городах, в проходных местах, для того, чтобы показать объем и масштаб. Ведь 17 тысяч детей, которые пропали, о которых мы знаем, заявки на которых поступили за почти 10 лет существования отряда, это очень большая цифра, но ее сложно понять просто вот в цифре. Поэтому мы сделали акцию «Стена». Она есть в городе, в Москве, в районе Москва-Сити, в городе Люберцы, в Одинцово. Мы подготовили такой проект и в достаточно большом количестве городов в России, где
попробовали показать реальный масштаб, насколько это большая цифра. Но впечатление производит, людей... честно, вот такое прям очень сильное психологическое воздействие оказывает вот эта стена, когда ты стоишь рядом, смотришь и видишь этих детей, реальных детей, которые пропали, когда ты, ну, смотришь даже новости, показывают другой регион, другой город, это как-то, ну, далеко от тебя, а здесь они вот все рядом, все эти дети, они все смотрят на тебя. Да. Это очень сложно, вот именно психологически находиться рядом, честно. Дополнительно мы сделали большую акцию, нам очень помог футбольный клуб «Спартак», и мы на домашнем стадионе «Спартака» также разместили ориентировки, одна ориентировка на одном сидячем месте. Получилась целая трибуна, закрытая, перекрытая ориентировками, которая показывает массив, показывает объем реально. Количество потерявшихся детей. Дополнительно ко всему прочему, на станке «Скотерев башни» в ночь транслировались на медиафасаде ориентировки на пропавших детей, которые до сих пор не найдены. В том числе, чтобы обратить внимание на такую достаточно серьезную проблему. Дети пропадают, дети исчезают, и до сих пор есть ненайденные дети, которые уже много лет не дома. Олег, как часто теряются дети? И изменилась ли статистика в период пандемии? Постоянно теряются. И, к сожалению, пандемия никак не внесла какие-либо положительные корректировки. Хотя, казалось бы, да, всех призывали оставаться дома, быть вместе, родители рядом с детьми, родители не на работе. Ну, в основном, в основной массе. Ну, в этом же и проблема, в том числе. Дети устают. Дети устают сидеть дома, дети устают от постоянного присутствия, в том числе и родителей. И, конечно, им хочется гулять. Поэтому сказать, что у нас стало пропадать детей меньше, нет. И даже больше могу сказать, что стало чуть больше заявок на маленьких детей в природной среде. Ушли из СНТ, из дома, ушли из дома прогуляться, потерялись. Потому что очень много родителей, очень много семей уехали во время пандемии на даче, прихватив с собой детей. И не обращают внимания, дети уходят. Вот сейчас у нас идет поиск активный в Псковском регионе. Ребенок ушел, 4-летняя девочка ушла из дома. Почему так происходит? Это детская любопытность, первое, любознательность, желание что-то увидеть, что-то посмотреть, и недостаточно внимательность взрослых, потому что бытовая история, бытовые проблемы. Где-то на огород, дом за домом последить, после зимы привести в порядок, и, конечно, постоянно наблюдать за детьми не получается, а дети в какой-то степени остаются сами себе, даже маленькие, они гуляют по участку, и это вроде безопасно, а вот в какой момент они с этого участка выйдут, предсказать очень сложно, и главное, это может произойти в любой момент времени, то есть дети вполне себе нормально уходят поздно вечером, уже когда сумерки, вроде бы темно, страшно, ребенок должен находиться дома. Нет, уходит. Но получается, увидят это вина невнимательности родителей? Недостаточно внимания? В момент случая. Можно вообще глаз с ребенка не убирать, а в какой-то момент он все равно уйдет. Либо убежит тоже. Бегунки, дети, которые уходят из дома заведомо, с планом, это тоже достаточно большая проблема. Сверхзабота, контроль – это тоже не всегда правильно и тоже приводит к катастрофам иногда. Екатерина, как дело обстоит в нашем муниципалитете? Ну, если мы берем чистые цифры, то в полтора раза у нас где-то сократилось количество сообщений по именно детским поискам. Ну, я это связываю с тем, что все-таки наши граждане соблюдают режим самоизоляции, и они, ну, у детей нет такой возможности уйти, поэтому все-таки этот процент сократился. Но сейчас у нас впереди каникулы, вот, все уедут на дачи, и кто еще не уехал, если родители работают. И мы, конечно, призываем всех к бдительности. Что необходимо делать в первую очередь, если вы обнаружили, что ребенка нет?
Но если мы говорим о природной среде, здесь вообще ни секунды нельзя медлить. Не надо бежать самим там искать, тратя это время. Мы можем вспомнить такой показательный поиск. В прошлом году у нас был в Омской области, когда вполне благополучная семья, они были на природе, бабушка, папа, трое детей, и самый младший остался в машине буквально на 15 минут. И это хватило ребенку, чтобы достаточно далеко уйти, высокая трава, рост ребенка был с ее уровень, и развернулись действительно такие масштабные с участием сотни людей мероприятия. То есть нужно действовать быстро? Нужно моментально действовать, да. Вот в этом случае нельзя, здесь промедление, это может быть очень, закончится очень трагично. Все-таки, Олег, первое, вот если такая ситуация происходит, набираем всем привычный номер 112. Да, 112 набираем. Но если ребенок вовремя не вернулся со школы или с прогулки, мы, конечно, можем позвонить, может быть, он где-то задержался. Но, во-первых, мы должны знать всегда, где находятся наши дети. Если они ушли к другу, мы должны знать телефон, мы должны знать, где гуляет ребенок. Сейчас очень много различных гаджетов, различных программ, с помощью которых можно наблюдать за ребенком, где он находится. Лучше их установить на свой телефон и хотя бы быть отчасти спокойным, да? Да. И время от времени смотреть, где находится твой ребенок. Олег, вот вы уже сказали о том, что в период пандемии, несмотря на режим самоизоляции, все-таки возросло количество пропавших детей. Не уменьшилось. Не уменьшилось, да, не уменьшилось. Не будем говорить, что возросло, просто не уменьшилось количество пропавших детей. Вот сложности с поиском возникают все-таки. Пропуска, разные регионы, у всех разные режимы, моменты. Огромные проблемы. Это трудность, с которой мы столкнулись, и решить которую было очень сложно, особенно в Москве, особенно в московском регионе. Но первое, поисково-спасательные работы, это достаточно объемные мероприятия. Много людей в очень стесненном пространстве. Получение задач, регистрация, получение оборудования, переодеться в лес, переодеться для выполнения задачи. Это большое скопление людей, которые пришлось ограничивать. Мы перестали или стали крайне ограниченно организовывать поисково-спасательные работы в формате штабов. Люди получали индивидуальные задачи, и в заранее зарегистрированных двойках, тройках людей, которые не пересекаются с другими поисковыми группами, выполняют автономные задачи для того, чтобы уменьшить риск. Но все это, передачи. Соответственно, затягивает по времени. Это усложняет организацию процесса очень сильно. СИС. Средства индивидуальной защиты обязательно всем добровольцам, потому что мы работаем с разными классами населения, с разным уровнем, совершенно не необычных часто местах. И, конечно, средства индивидуальной защиты очень нужно. Проблемы пропусков. У нас были трудности. У нас блокировали пропуска. А в этот момент были активные поиски. Возникали ситуации, когда наши добровольцы во время поиска оказывались заблокированными действительными пропусками, и им начинали приходить штрафы. Сложно вернуться после этого домой. Я на поиске в Одинцовском районе, живу в Химках, мне надо доехать до Химок по МХАДу, и мне начинают приходить штрафы. Без уведомлений, и это было сложно. Мы в течение нескольких дней договаривались с департаментом информационных технологий города Москвы для того, чтобы добровольцам Лизалерт не аннулировали пропуска, для того, чтобы у нас была возможность оперативно выезжать без трудностей получения пропусков. То же самое наблюдалось в ряде регионов. Многие регионы закрыты, например, Вологодская область с градообразующим, регионообразующим предприятием большим. А вообще частично города были закрыты. Перемещаться в городе трудно, перемещаться в область трудно, а люди пропадают. Приходилось договариваться, и это все, это увеличивает время, это увеличивает бюрократические процедуры, это нивелирует наши ресурсы, потому что мы работаем оперативно, мы не можем искать людей с большим сроком давности, у нас нет таких технологий, и это тратит время, это проблема. Сейчас идут поиски детей? Да. Сейчас вот на данный момент идет достаточно большой поиск в Псковской области. Девочка ушла из
частного дома, и пропало ребята из Петербурга, больше 40 человек, добровольцев, подготовленные специалисты, профессионалы поиска людей в природной среде. Сейчас на месте из Москвы двигались добровольцы, которые летали на беспилотных летательных средствах для того, чтобы осмотреть природную среду, эффективные поля, водные поверхности. И сейчас идет активный поиск. Вчера буквально закончился поиск в Мурманской области. К сожалению, трагедия. Девочка упала в воду. Если говорить про случай в Псковской области, есть ли шансы, что ребенок будет найден? И сколько по времени уже ведутся поисковые работы? Я не вправе делать оценку шансов. Ребята работают и будут работать ровно столько, насколько это потребует ситуация. Мы уже сказали о том, что начались летние каникулы. Естественно, все, ну, еще в марте, да, кто-то сейчас все-таки выезжает в СНТ, в дачи. Начинается сезон ягод, грибов. И, конечно же, у нас население, которое все это в огромном количестве любит собирать, любит потом перерабатывать, и все устремляются в лес. И даже несмотря на то, что ежегодно и не один раз мы говорим на нашем телевидении и на других каналах о том, что будьте осторожны там. Если вам кажется, что вы знаете лес, это далеко не так. Вот все-таки, что бы вы могли посоветовать всем тем, кто не может прожить без грибов, без ягод, кто так или иначе с семьей или один соберется идти в лес? Все то, что я хотел бы посоветовать, люди брать не будут. К сожалению, это вот такая статистика. Но есть вещи, которые взять надо обязательно, без которых человек в лесу умирает. Это заряженный мобильный телефон. Без него вообще никуда. Даже если заблудился, телефон – это билет домой. Быстро, оперативно и эффективно. Это вода. Люди умирают от обезвоживания в лесу. Это проблема. Поэтому воду надо брать всегда. И обязательно спички. То есть люди в лесу умирают от обезвоживания, люди в лесу умирают от холода, они не умирают от голода, это слишком большой срок. А вот от обезвоживания, от холода постоянно и каждый год у нас не одна трагедия в Московской области. Поэтому заряженный мобильный телефон, спички, вода обязательно, яркую одежду, искать человека в лесу, который в защитной одежде, в защитном костюме, прячется от грибов и от поисковиков, тоже прячется. Это очень сложно. Компас, конечно, я буду рекомендовать его брать, но компас мало взять с собой, им надо уметь пользоваться, а это возникает большие проблемы. Да, по нашей статистике, это самые дальние пропавшие люди, которые взяли с собой компас. Да, взяли с собой компас. Он их все время вел не туда. Неправильно сориентировались в условиях эмоциональной нагрузки, когда человек начинает осознавать, что он в лесу, а если еще сложнее, около воды, около болота, человек начинает нервничать и принимать неправильные решения. И компас, особенно если им не уметь пользоваться, часто может неправильное решение превратить в трагедию. Перекус, ну, конечно, надо взять с собой перекус, особенно для людей с проблемами со здоровьем, чтобы было что положить в рот, чтобы подкрепиться, получить определенный объем калорий. Рекомендовать могу? Могу. Надо, не берут. Не берут бабушки без телефона, знаю, без всего. Не берут, потому что тяжело нести, потому что это нужно дополнительную сложить или рюкзак, или сумку. А так ты берешь корзинку, можно. Да, телефон можно потерять. А так ты взял корзинку, ножичек и пошел в лесочек. Но ты же вышел на 5 минут, ну ладно, на 15 минут в свой лес, в который ходишь уже на протяжении 40 лет. Что может произойти? В том году каждый человек, которого я нашел в лесу, говорил мне одну и ту же фразу, что я этот лес знаю. 20 лет в него хожу, вышел на 5 минут. Как свои 5 пальцев. Как свои 5 пальцев. Это же мой родной лес. Я без компаса и мобильного телефона в небольшом лесу заблужусь. Хотя в целом с ориентированием у меня в целом все в порядке. Карты читать я умею. И лес понимаю, не выйду из леса. Если у меня не будет с собой телефона, если у меня не будет с собой компаса, я из леса не выйду, я заблужусь в нем. Бабушки не привыкли, они привыкли ходить вообще без всего. Телефон в жизни не дашь им в руки. Дорогой, какой, не дай бог, потеряю. И это в целом проблема. Я бы еще добавила к словам Олега,
когда вы уходите, вы сообщаете своим близким, куда вы пошли. Это такой тоже немаловажный момент. Хотя бы мы будем понимать, если у вас все-таки сел телефон или вы его не взяли, но мы будем понимать, куда вы пошли, с чего начинать, откуда начинать. Я такой пример неоднократно привожу, когда мужчина уехал на своем автомобиле и именно за грибами. Он просто сказал, я поехал за грибами. За грибами можно на автомобиле уехать куда угодно, очень далеко. И нам потребовались сутки для того, чтобы отыскать этот автомобиль. Мы применяли беспилотную авиацию, и с помощью беспилотника мы нашли автомобиль, но это прошло уже сутки. То есть все это время и все это те ценные минуты, конечно, которые, может быть, спасут чью-то жизнь. В Вологде похожая ситуация была, когда мы нашли автомобиль, а человек, который ушел за грибами, который был на связи, не найден до сих пор. В конце лета это произошло, до сих пор не найден. Поэтому, конечно, заряженный телефон с собой – это обязательно. Место, куда уехал, когда должен вернуться – это обязательно. Да, ведь когда у нас идет, течет время, человек ослабевает, он стремится, он хочет выйти один наедине с темным лесом, он все равно начинает двигаться, идет, и у него тратятся силы, и с каждой минутой, часом, днем он теряет силы, и он, если бы в первый день мог откликнуться, то последующие дни уже он не откликается, и это усложняет спасателям. У нас очень много в нашем округе дачных поселков, очень много любителей ягод, грибов. Есть ли уже случаи? Или все-таки пока люди благодаря погоде не заходят в леса? У нас пока не зарегистрировано случаев именно похода в лес за грибами. Но у нас были случаи уже такие природные, когда люди пошли ближайшим путем через лес куда-то и там терялись. Это вот буквально зимой еще снег был. А зимой и при низкой температуре это вообще экстренная ситуация. И телефон еще быстрее разряжается. Будем надеяться, что все-таки наши телезрители услышат все ваши советы и как минимум какие-то из них вот действительно возьмут себе за правило, отправляясь в лес. Да, мы еще раз хотели бы призвать людей к бдительности, к внимательности, и в том числе к тем людям, которые встречаются им в лесу и спрашивают, как из него выйти. У нас были несколько случаев, и даже до сих пор люди, не в нашем Одинцовском городском округе, но в других регионах, когда пожилые люди встречались грибникам, спрашивали, как выйти отсюда, как я заблудился, они указывали им, что выход там, и они до сих пор не найдены. Сложная тема, но очень серьезная, очень тяжелая. И я понимаю, что, конечно же, огромная ответственность лежит на поисковых отрядах и на тех людях, волонтерах, которые, несмотря ни на что, просто идут, помогают и пытаются найти и детей, и взрослых. И огромное счастье, когда такие мероприятия завершаются, естественно, успешно. Дай Бог, чтобы так было, и дай Бог, чтобы как можно меньше людей терялись. Спасибо большое. Спасибо вам за интересную беседу. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До свидания.